Добрый день, уважаемые господа. Позиция термопаяльный карандаш. Вот в таком виде она выпускается. С обратной стороны инструкция. И, собственно, сам карандаш. Идет он в такой блистере, блестящем фольге. Давайте вместе с вами его распечатаем. Но я так понимаю, сама упаковка сделана для удобства использования. То есть не нужно всю распечатывать, достаточно оторвать нужный объем карандаша и уже его использовать и поджигать. С вашего позволения, я поджигать в офисе не буду, чтобы не задымить его. Но думаю, всем все стало понятно. Все, всем удачи в продаже.